Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Вынужден начать с печального события. 28 января скончался всенародный любимец, знаменитый вахтанговец, народный артист СССР Василий Лановой. Чуть более месяца назад он сдал тест на коронавирус. Результат был положительным и у него, и у его жены Ирины Купченко. У актера развелась пневмония. 28 января стало известно, что народного артиста, находящегося в тяжелом состоянии, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это, кстати, подтвердили и близкие и коллеги актера. Вскоре появилось другое сообщение, что Лановой перенес клиническую смерть. Он скончался на 88-м году жизни. Смерть наступила 28 января в 22 часа 56 минут. Василий Семенович знал и любил Тверскую область. Неоднократно приезжал в Ржев, читал стихи у мемориала советскому солдату. Творческий вечер Василия Ланового и в шутку, и всерьез в мае 2017 года прошел в нашем городе в киноконцертном зале «Панорама». Я, кстати, помню, как в тот день случайно встретился с ним в лифте в бизнес-центре. Но мы стояли боком друг к другу, и я не сразу его узнал. А он, вы знаете, как будто старому знакомому как-то доверительно и задумчиво стал мне рассказывать о нашем городе, о своих любимых местах в нем. Вскоре я, конечно, понял, кто передо мной, но это была моя первая и теперь уже, понятно, последняя встреча с Василием Семеновичем. В тот день он в последний раз вживую встретился с Тверской публикой. Почти двухчасовую версию этого вечера вы можете посмотреть на нашем сайте. Посмотрите. Теперь несколько слов о том, как идет борьба с COVID-19 в нашем регионе. И тут, к счастью, есть позитивные подвижки. Выявленных новых зараженных становится меньше, чем, скажем, еще неделю назад. И это внушает осторожный оптимизм. А вакцинация, наоборот, уверенно набирает обороты за вчерашний день более 2000 человек. Они уже точно не пополнят тревожную статистику заболевших коронавирусом. Ну и для того, чтобы этот процесс стал еще масштабнее, в Тверской области будут работать выездные прививочные бригады на базе четырех больниц. Ну а конкретнее на базе областной клинической больницы Вышневолодской, Нелидовской и Бежецкой ЦРБ. Благодаря их работе сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут жители тех населенных пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Это решение было выработано на заседании оперативного штата по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 29 января провел губернатор Игорь Руденя. Сейчас в Верхневолжье поступило более 23 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». 12 558 человек в регионе уже сделали прививку. Это более 55% от общего количества поставленной в Тверскую область вакцины. Ну а записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Кстати, идет работа и по организации записи через портал госуслуги. На прививку необходимо необходимо приходить с паспортом, с НИЛС, страховым полисом прямо напрямую, минуя регистратуру. Сейчас вакцинация проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери и городских больниц номер один и номер семь, а также центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, медико-санитарной части номер 141 у Домля, а также четырех ЦРБ в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве и Торжке. Это была информация от пресс-службы правительства Тверской области. Ну что ж, так что, как говорится, было бы желание, а условия созданы. Ну и в завершении выпуска напомню, что мы предлагаем и вам рассказать о своем опыте профилактики самого известного нынче заболевания. Удалось ли вам вакцинироваться, не возникли ли какие-то трудности, легко ли было попасть к врачу. По этой и по иным темам вы всегда можете высказаться по номеру нашего редакционного телефона 341 341. Оставляйте свои сообщения, и мы обязательно на них отреагируем, а какие-то из них озвучим и в нашей программе. На этой неделе, кстати, больше всего было звонков, предсказуемо, конечно, по медицинскому обслуживанию населения, а также по проблеме раздельного сбора отходов. Были и даже коллективные звонки по решению вопроса безнадзорных животных. Эта тема, увы, по-прежнему актуальна для Твери и региона, и она в топе проблем. Все обращения приняты нашей новостной службой, по ним идет работа, и мы обязательно вам расскажем о ее результатах на наших телеканалах и на сайте медиахолдинга. А пока всего хорошего и до встречи.